соответствии с распоряжением премьер-министра Узбекистана от 22 января 2021 года об итогах выполненных в 2020 году мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и задачах на 2021 год, 14, 15 и 16 апреля Управлением по чрезвычайным ситуациям Алмалыка проводится командно-штабное учение. В мероприятии принимают участие заместители хакима города Алмалык, городские комиссии по чрезвычайным ситуациям, по борьбе с наводнениями, по эвакуации населения, по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, силы и средства служб гражданской защиты, предприятия, организации, образовательные и медицинские учреждения, махалинские сходы граждан. Присутствуют также сотрудники органов управления и управления по чрезвычайным ситуациям. Основной целью подобных учебно-тактических мероприятий является обеспечение безопасности населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение грамотности, качества и оперативности действий спасательных служб и оказание экстренной медицинской помощи населению, оперативное привлечение всех служб и техники в случае возникновения техногенных происшествий и стихийных бедствий, а также повышение готовности уполномоченных органов к ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе командно-штабного учения руководящий состав органов городского управления, служб гражданской защиты, объектов социальной и экономической инфраструктуры был оповещен сигналом «экстренный сбор». Была проверена готовность сил и средств территориальных подсистем управления по чрезвычайным ситуациям. Одновременно проводятся мероприятия по укреплению опор магистральных трубопроводов и электросетей, а также действия по улучшению пропускной способности паводковых вод.